Всем добрый день! В сегодняшнем видео я предлагаю связать вот такие мини-бабочки или бантики. Вот их два вида. Один серединка просто ниточкой обкручена, и второй вместо серединки можно сделать какие-либо бусинки. Если вы желаете научиться вязать такую бабочку, то нам нужно связать для начала 6 воздушных петелек, то есть 1 2 3 4 5 6, соединили в кружочек. Теперь начинаем вязать одну половину бабочки. Для этого набираем 4 воздушные петельки. 1 2 3 4. Теперь вот в серединку нашего кружочка нужно связать 5 столбиков с двумя накидами. Я их буду обозначать вот так: 3 4 5. Сейчас нужно нам попасть в центр. Вяжем 4 воздушные петельки. Соединяем. Теперь приступаем к вязанию второй половины бабочки. Набираем 4 воздушные петельки. 1 2 3 4. Теперь снова нам нужно связать в центр 5 столбиков с двумя накидами. 1 2 3 4 5. То есть вот по одному столбику, по столбику с двумя накидами 5 раз, и попасть нужно в центр. Для этого нужно связать 4 воздушные петельки и присоединиться к центру. Итак, бабочка у нас готова. Вот это обозначается воздушная петля и столбик с двумя накидами. Теперь приступаем. Берем крючок, пряжу и будем вязать. Как я начинаю вязать, вот у меня так взята нить, вступаю вовнутрь, обкручиваю, и первая петелька готова. 1 2 3 4 5 6. Ищем начало и вступаем. Соединяем. Как мы соединяем? Вступили и насквозь соединили все вязание в кружочек. Далее 4 воздушные петельки. Столбик с двумя накидами. Вот 2 петельки накинули и вступаем в центр нашей цепочки. Один, два, столбик готов. Снова 2 накида и вступаем в центр. Два накида
И последние. Четыре петельки, вот, и соединяем в центре. Вот одна половина бабочки готова. Теперь приступаем ко второй половинке. Вяжем 4 воздушные петли. Теперь в центр 5 столбиков с двумя накидами. И петельки 4 воздушные. Соединяем в центре. Все. Вот таким образом. И теперь, чтобы, если клубочек большой, чтобы не продевать сюда клубочек, я делаю так. Бабочку через петельку пропускаю и затягиваю ниточку. Наша бабочка готова. Теперь нам ее нужно доформировать, что ли. Так назовем. Обстригаю где-то. Если нужно вот такую бабочку, то мы просто опутываем бабочку ниткой. Вот так. А если хотим более нарядную бабочку, можем взять бусинку любую и в центре оформить бусинкой, либо бисером, как вот в предыдущую бабочку я показывала. С обратной стороны завязываем. Можно взять более тонкий крючок и спрятать все вот эти ниточки лишние. Вот такая бабочка. Но здесь сильно у нас выпукла, можно и туда вовнутрь немного поменьше бусинку сделать. Оставляю хвостики для чего? Если нужно нам пришить к ткани какой-то, то
мы продеваем иголочку сюда и пришиваем, а потом уже отстригаем. Спасибо за внимание. До новой встречи!